Друзья, доброго времени суток, вы на канале Дядя Сахар. И сегодня, как вы заметили, я начинаю свой сюжет от Ингулецкого дворца культуры. Именно в 2003 году здесь проходил фестиваль «Сребнеджерельце», на котором выступала рэп-команда, о которой я сегодня хочу вам рассказать. Это команда «Пласт». И еще одно рабочее название этой рэп-группы «Пласт на автостоянке». В нем участвовали Денис Назаров, Олег Деминский, я и Женя Шкарапут, сокращенно Шкар. Они исполняли песенку, которая называется «Город». Речь пойдет сегодня именно об этой песне, которая посвящалась Ингульцу. Ну что, ребят, давайте перенесемся в 2003 год, посмотрим сюжет, оценим. Подписывайтесь на канал, а главное, не забудьте нажать на колокольчик. До встречи на улицах Ингульца! Посвящается Ингульцу и всем жителям нашего города. Это все не ясно, Ингулец, я! Я вас не слышу! Давай! Я не слышу тех ребят! Ингулец, эта песня звучит специально для вас! Мы несем свою лепту, мы тебя не убьем. Город наш, мы тебя спасем. Поднимаем свою лепту, мы тебя не убьем. Город наш, мы тебя спасем. Мы несем свою лепту, мы тебя не убьем. Город наш, мы тебя спасем. Мы несем свою лепту, мы тебя не убьем. Наше я и слово постоянно растет. Поднимает города, хипом на ноги встает. И на скорую спасется под этой волной. Понимает, пусть его он поймет. Ведь тепло в наших душах никогда не умрет. Никогда, никогда, никогда не умрет. Никогда в наших душах никогда не умрет. Никогда, никогда, никогда не умрет. Не забудь все проблемы этой всей суеты. Слушай рэп каждый день и читай так, как мы. И читай так, как мы. И читай так, как мы, я. Город наш, мы тебя спасем. Мы несем свою лепту, мы тебя не убьем. Город наш, мы тебя спасем. Мы несем свою лепту, мы тебя не убьем. Я вас не слышу! Ты супер! Эй, ребята! Эй,
эй, девчонки, мы покажем сейчас вам класс. Поднимите вверх, девчонки, поддержите группу класс. Я-я-я-я.